Приветствую вас, зрители моего канала. Сегодня будет небольшой обзорчик. Продолжаем рубрику мини-распаковочки. Сегодня у нас многими обсуждаемый. Так, как всегда, в ракурсе моя макушка. Вот. Ну и открываем. Бралась модель со скидкой более 50%. Сейчас на нее скидка 23%. И здесь у нас вот такой автомобиль. Модель очень похожа на фирму MZ. Вот, но она идет Global какая-то Bros. Сейчас мы с вами ее быстренько распакуем и посмотрим, сравним. Но визуально я вижу то, что она все-таки отличается от MZ. А отличается она чем? Она намного меньше. Вот, написано, что на 16 масштаба, но что-то я не уверен. Она вообще очень миниатюрная. Так что информация, я думаю, будет всем полезно. Надписи все те же самые, но походу она намного меньше. Аппаратура похожа. Управление, я так понимаю, все-таки пропорциональное у нее должно быть. Сейчас проверим. Походу на серве моторчик стоит. И вот смотрите, какой этот маленький кургузенький автомобильчик. Сейчас мы с вами даже немножко сравним. Вот колесо от МЗ, от обычного. Вообще совсем другое. Кабина тоже маленькая, меньше, чем на том. Ну, я так понимаю, что это, наверное, 18 масштаб, но никак не 16. Ездит она не от аккумулятора, а от батареек. На том МЗ была вот такая батарея. Так что совсем все другое. Модель намного меньше. Никаких запасных колес нету. Разница в кузове. И в боксе. Этот впритык сюда. Так что, кто не купил, и не надо. Я, в принципе, в нем особого смысла не вижу. МЗ мини, очень мини. Вот. Подвеска, что спереди, что сзади, дубовая. Серого никакой нет. Прям уменьшенная, прям уменьшенная копия. Также диск, снаружи он идет резина высокая, изнутри тонкая. Так и на этой модели то же самое. Написано то, что масштаб все-таки 1 к 16, а модель YY 2013-2014. Для наглядности поставлю Урал. От VTL. Он ее тоже 18 масштаба. Сейчас мы их немножко сравним. Размер кабины у VPL, грубо говоря, 98. У MZ 100. Даже побольше. Значит, все-таки реально 18 масштаб. Давайте по крыльям померим в широком месте. 134. Одинаково. Ну, тогда да. Тогда да. В принципе, подойдет. Очень мне куда-нибудь эти колесики годятся. Смерим. Ага.
Ну, не сжимая, 62 миллиметра. 62 против... Куда дел колесо? Против 70 у МЗ большого. Ну, тут смотрите, что, значит, можно поставить на колеса побольше. Будет побольше смотреться. В любом случае, эти колесики я сниму. Давайте, может быть, даже сразу с вами попробуем. О! Смотрите. Немножко надо кабину вперед сдвинуть. Поставить туда типа запаску. Раздвинуть его. Ну, короче, надо будет сделать из него что-то подобное, похожее на Урал. Итак, подведем итог. Маленький, очень маленький. Борт не открывается. 18 масштаб. Управление непропорциональное. Весь на батарейках. Давайте еще кузов сравним. Видите? Даже тут кузов больше. Ну. Идея такая. Сделать из него какой-нибудь типа пикап. На это, я думаю, он подойдет. По подвеске. Не знаю, посмотрим. Скорее всего, сделаем ее на сериях, потому что ходов вообще нет никаких. Сделаем ее на сериях. Ну все. Вот такой беглый обзорчик. Сейчас, конечно, еще мы поставим батареечки, запустим, проверим его, вот, как он ездит. Ну и смотрите и думайте, нужна ли вам такая поделка или нет. 18 масштаб, никак не 16. Ну хотя ВПЛовский Урал тоже заявлен как 16. Ну что, первый запуск. Включаем аппаратуру. Включаем нашу модель. Все, сконнектилась. Так, перевернем ее. И обкатаем двигатель. Мотор уже не 370, а 130 всего лишь. Вот такой вот аппарат. Выключаем. Думайте, решайте. Ну, такая вещь. Чисто за мосты, за колеса. Для рассмотрения что-то такое. Ну все, всем пока.